Можно уже вытащить этот микрофон. А, ну, чтобы не мешал. Да, ты встань как-то по-другому, может, оттуда стоит. Вытащи, вытащи. Большая благодарность Марине, организатору нашего мероприятия. А не разговаривать, улыбаться? Последний раз. Приносит нам больше информации, чем слова. И в любом стихотворении я на это рассчитываю. Произнося каждый звук, я рассчитываю на то, что я смогу передать людям больше информации, чем это сказано в стихотворении. Здоровья вам! Пытаюсь место как-то развести, как больше, что я надо. Спасибо вам. Ты выражаешь, что такое прекрасное мероприятие, так у нас немного народу было. Нам только надо только рекламировать побольше. Вот в интернете хотя вас всех мы... была реклама. До свидания. Потому что... Всего доброго. Спасибо. Это работа маркетолога. Будьте здоровы. Честно говоря, я очень верю в Кашпировск. И все я его помню. И знаете, вот все думают, что гипнотизер там какой-то, или он мистик, или эзотерик. Нет никакой мистики. А Месин? Я Месин много про него легенцев. Он бездельник, кажется. Но понимаете, Кашпировский, он просто врач. Он 25 лет работал в клинице, в психиатрической клинике. И тут нет никакой энергетики, нет ничего такого. Просто он строит свои невидимые стрелы, его главная фраза «Да будет вам сказано, не говоря». И он даже выступал перед аудиторией людей, которые не понимают русский язык, и все равно излечивают. То есть он ведет такой психологический настрой, так построил свою методику, что с помощью разговора он влияет, минуя сознание, минуя разум, влияет прямо на тело. Вот. Я до конца это еще не просек, но через свою область, через поэзию и музыку я как-то пытаюсь к этому прийти, но уже другой дорогой. Он не поэт, но он очень любит поэзию. Вот. А я через поэзию как-то пытаюсь прийти к этому. Вот. То есть кто-то намекает, что это якобы похоже на эриксоновский гипноз, но он говорит сам, что ничего общего с Эриксоном нет. Вот. У него какая-то своя особая методика, он открыл метод, как, минуя разум, который намного младше тела. Прямо на тело. Но я помню, что у него необычные глаза. И он ими играл очень сильно. Да, глаза тоже. И глаза тоже участвуют. Чтобы, вероятно, усилить какую-то фразу и сказку. Какую-то ноту, какую-то... В общем, вот он как-то так разговаривает, возможно, совершенно отстраненную тему. Я говорю, дайте нам сеанс, дайте нам сеанс. Говорит, какой сеанс? Зачем это сеанс? Просто он говорит, и так незаметно раз. А что сейчас о нем ничего не слышно? О нем слышно, у него есть видеоканал. Вы в YouTube заходите, Анатолий Кашпировский, каждую неделю у него выходит. Ему уже 86 лет. А начинал он 25 лет психологически, дальше практика. По всем странам объездил. Один сразу был в Израиле. А мы не заметили. Жаль. Спасибо.
спортсмен и занимался тяжелой атлетикой. Да. До сих пор поднимаю. Ну, человек, конечно, необычный. Я по диплому физик. Вот смотрю, значит, передачу с Кашпировским. Сижу одна, смотрю. В плохом настроении. Он чего-то говорит, говорит, на публику говорит, говорит. Я просыпаюсь через 20 минут. Ага. Но, как физик, я знаю, что это не должно быть через телевизор. Лично, да, может быть, а через телевизор нет, не знаю, как. Но это не энергия, это вот такой вот способ общения. А способ общения, разговор можно передавать куда угодно. И в записи, как угодно. Если он, наверное, гипнотизирует, так? Нет, не гипнотизирует, никто у него не спит. Я уснула, вот, в плохом настроении была, проснулась. Всех разная реакция. Через 20 минут в хорошем. Вы уснули, а вот Наталья не уснула. Это Наталья будет поздно. Каждый день. Ну хорошо, спасибо большое. До свидания. Приезжайте еще. До свидания. Спасибо. Привет огромное. Давайте от нас. Спасибо. Улику тоже. Да, приду всем, да? Всем, да. Счастливо. Хорошо.